дела гонят человека из дома вот в такую вот погоду, вы представьте. А? Ну ладно, значит, кофе на заправке, это тоже свои преимущества. Ну и прочее, и прочее, и прочее. Короче, так, ребят, какие дела, сейчас скажу. Как диверсант тут снимаю жизненно важные объекты инфраструктуры. И ведь так со стороны никто и не предположит, почему я их снимаю. Я снимаю их из просто чисто из любви к ним. Вот так вот. Короче, друзья мои, сейчас будет больше рассуждений по дороге, потому что есть о чем порассуждать. Вышел новый выпуск Варламова по Москву-Сити. Вот, ребят, это я вам скажу, большая тема. Много чего мне есть сказать по этому поводу. Я считаю, что очень полезный выпуск. Так что вот так. Так вот крупные блогеры помогают маленьким, таким как я. А там есть сенсор на воротах, так что что он стушевался. Ну вот, сияет солнце. И, как говорится, и все забыли о мраке, скажем так. Ну, не все, конечно. Ладно. В общем, видео ни о чем. Видео о том, что еду по делам в хорошую погоду. Вот и все. Вот какой смысл. Хотя в делах я особого смысла не вижу. Только в тех, которые приносят что-то душе.